иноземцев. Подписывай условно-досрочное освобождение и на выход. В смысле? Это что, розыгрыш? Вот он, братан, привет! Бля, Вуд хотели эффектно подъехать, прям с ручничком, чтоб жопу занесло! Ну не получилось, извиняй! Толкаем, чувак! Давай! Извини, что отвлекаю, тут из Пензы новости. Мы сегодня сынулю Грека выпустили. Вы, господин судья, наши договоренности не выполняете. Такое я не прощаю. Просто так по такой статье, которая у тебя была, без амнистии из тюрьмы не выпускают. Самому понять, кто меня лучше. Ты правда думаешь, что ты вышел? Все, счастье, что ли, привалит? Мне время надо, я исправлюсь, ты же знаешь. Поехали. Извини. Кто такие? Каперы. Сосунки малолетние. Миллионами ворочают, сука! Бывший заключенный взламывается в мою квартиру, взламывает мой сейф. Ты теперь будешь должен. Понятно? А может, до Беларуси махнем? Там на дно и заляжем. Заодно дранька в кустах пожрем. Меня твоя беспечность убьет когда-нибудь, я тебе отвечаю. В этот бизнес лучше не лезть. Там такие ребята кружатся, вы в жизни не вывезете. Времена новые, а страхи у тебя старые. Ты улыбайся. Делай вид, что у тебя денег до хера. Я еще менток вызову. Не ори, у них обед сейчас. Если вдруг все пойдет не по плану, я вас лично закопаю. А вот это мы еще посмотрим. Ой, а я вас ждал.